В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались в проделанной работе. Подробнее в сюжете. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2200 обращений. Возбуждено 28 уголовных дел, из них 19 раскрыто по горячим следам. На совещании рассказали о новых проектах в Люберцах. Один из них – Люберецкий трудовой отряд. Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет может официально работать на территории округа в сфере благоустройства и организации мероприятий в свободное от учебы время. Работа в соответствии с трудовым кодексом предусмотрена. Работа заключается в трудовые договора с нашими муниципальными учреждениями, спорта, культуры, образования, парков. Для того, чтобы желающий от 14 до 18 лет мог получить данную работу, помочь городу и заработать какие-то средства, необходимо просто обратиться в центр люберецких трудовых отрядов. Обсудили и новые подходы к организации школьного питания. В январе 2024 года стартовал проект «Буфет глазами учеников». В него входит модернизация столовых. В современном кафетерии можно будет не только устроить перекус во время перемены, но и проводить творческие встречи. Аналогичный проект, находящийся в стадии разработки, в ближайшее время появится в инженерно-технологическом лицее, который носит созвучное название со школой «Лицеист». Перед запуском данного проекта в школе состоялось голосование среди учащихся за проект, где 98% голосов отданы за открытие данного проекта и за введение нового формата буфета. В конце совещания огласили ближайшие массовые мероприятия на праздничные дни в феврале и марте. Программу можно посмотреть на сайте администрации и в социальных сетях. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.